Здорово, бойцы! Ну что, слышишь, да, это драйвовый музончик? А это значит, мы продолжаем с тобой гонять на космолете на нашем Соколе Тысячелетия. Вот, продолжим. Я смотрю, по комментам и по лайкам вроде как зашла игруха. И мы с вами продолжим. У нас аркады, короче. Тут, в принципе, осталось совсем чуть-чуть у нас пройти. Пройти всего две стадии. Стадия пятая и стадия шестая. Ну, давай. Погнали. Так. Вот, стрелять. Все. Я нашел. Так, как-то... Вот. Мы делали... Вау! Я в стенку, короче, как горох. Окей. Тут дронами надо управлять, да. Точно. О, а чё так меня резко к стенке-то жмёт? Я чё-то... Ладно. Допустим. Танчики готовы. Танчики мы уничтожили. Короче, в начале миссии мы уже сразу с вами запендюлили две жизни. Отлично. Вау! Вау! Это как? Окей, ладно. Допустим. В самом начале мы поступили как нубиары. Как нубиары. Кстати, дроны... Да что ты будешь делать-то, твою мать? Дронами мы, кстати, можем просто тупо ломать, как бы... Не... Да почему меня в сторону-то, мать твою, несет все? Что за нахер? Вроде здесь ничего такого сложного нету, а чё, почему я дохну? Почему я так дохну-то? Но сегодня мы должны, короче, добить эту игру. О. Твою мать! Задрал! Сломал мне пушку! Эта пушка сломала мне пушку. Так, что-то много патронов здесь летает всяких вражеских. Давай-ка поспокойней. Окей. Опять? Да какого хера-то? Его просто несет к стене, короче. Вот что за херня? Его просто вот не притягивает как магнитом к стене. Твою мать. Слишком резво как-то поворачивается у нас наш космолет. Так, ладно. Допустим. Надо спокойненько, не спеша. Так. В принципе, уровни-то не должны быть такие здесь долгие, допустим, да? Здесь, в принципе, они более-менее короткие. Так, окей. Воу, нихера себе! Что за трэш? Что сейчас было? Варнинг, босяра. Ну давай. А до босса мы доходили в прошлый раз? Я вот не помню. Нет, мы, по-моему, не доходили до этого босса. О, ух ты ж! Нихера себе, ты это видел? Ты сейчас это видел? Воу. Тихо. Excellent. Отлично. Замочили это говно.
отлично, мы прошли, короче, у нас осталась одна стадия, одна стадия, последняя, шестая стадия. Йо, погнали, нифига здесь, просто на любой вкус, оружие на любой вкус. И из всего оружия я выбрал какое-то говно. Так, снова у нас эта фигура, которую нужно загасить. Ах ты, падла. Блин, одно говно поменял на другое. Еще, они еще будут один за одним, короче. Мини-боссы. Один за одним. Так, главное ракеты. Уничтожать эти. Самонаводящие ракеты. Отлично. Наш космолет круче всех. Наш космолет сделан в Китае. Так что... Так что все заводское. Все хорошее. Так, роботов... О, смотри, уже дошли до босса. Нифига. Финальный босс. Final битва, короче. Final... Что он из себя покажет, этот финальный босс? Ну, хрен знает. Сейчас мы его лазером. Лазерим его. Ни о чем. Ни о чем. Вообще ни о чем. Просто. Вообще просто ни о чем. Еще один? Да ладно. О, вот это боль. Уже поболее. Поболее штукенция вышла. Но тоже, в принципе, ни о чем. Блин, ему надо в середину стрелять, а у меня пушка, короче, говно. Так, вот эту штукенцию надо взять. Да! Еще хуже взял. Да ладно, блин. Твою мать. О, какая-то... Еще какое-то оружие. О, во. Вот это другое дело. Вот это я понимаю. Вот это уже более-менее. Ракетки бы самонаводящие. Было почти шикарно. Че там дрил? Кого он там дрил? Выскочила. Так, отлично. Опять это говно взял. Ну ладно, это хоть как дополнительная защита. Блин, чё пихает-то какое-то говно всё из оружия? О, во! Другое дело. Ох ты, падла! А вот это было сейчас... Вот это сейчас обидно было. Ну ладно. Так, берем вот это. Она как-то поболее, покруче. Ладно, сейчас мы всех, короче, загасим. Сейчас мы загасим. Отлично. А что дают вот эти вот красные штучки, короче, за всю игру и... А, опять это говно взял. Я думал, может, на них что-то покупать надо, а у нас все, у нас игра-то почти закончилась. Так, интересно, а сколько там боссов будет? Два или три, или четыре? Так, сейчас робототехника прилетит.
Отлично. Ну, против них чисто, короче, продержаться вот так вот. Они сами улетают. Все, первый босс. Первый босс. Первый финальный босс. Так, окей. Вот это говно, в принципе, оно не сложное. Да и второй тоже, в принципе, не сложный. Я не знаю, я что-то как-то там проморгал момент, короче, и сдох. О, пузырьки. Пузырьки. Может, лазером? О, отлично, лазер тема. Так, эту штуку я брать не буду. Давайте лазером это говно захерачим. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо, без резких движений. Отлично. Ах ты опять это говно взял. Что-то тянет меня сегодня на говнецо. О. Так, погоди, тут, да, самонаводящие ракеты. Так, погоди, это лазер? Лазер. А вот это что? О, вот эта тема. Вот эта тема вообще просто. Сейчас все, мы загасили. Самонаводящие ракеты, это вот, это настоящая тема. Главное просто облетать. Все, отлично, excellent. Ну что, еще? Да ладно! Еще? Вы что, издеваетесь? А, короче, я понял, короче... Короче, все боссы, которые были, они, наверное, сейчас здесь будут подряд. Ну ладно, уговорили. Отлично. Все 6 штук, наверное. Все 6 или 5 штук, наверное, этих боссов будет. Подряд. Так, вот это говно, да, лазерное. Тоже, в принципе, поначалу кажется, что оно сложное. Ох ты, падла. Поначалу кажется, что оно сложное, а на самом деле ничего сложного нет. Все, отлично. И вот это, наверное, финальный босс, да, получается? Основная, наверное, вражеская база. Так, а как ее мочить? Так, погоди, он что-то в упор ко мне подлетел такой. О, он меня сейчас раздавит. Ты что, слышишь? Я понял, надо, короче, делать вот так. Или облетать его. Облетать. Во. Вот она фишка. А, защиту включил какую-то, что ли? Окей, допустим. Все. Стадия Клэр. Все. Игруха, короче, пройдена. Я надеюсь. Мы заработали одну жизнь. Миссия комплекте. Все, отлично. Получили достижение. Рапорт, короче, бла-бла-бла. Что-то вообще непонятно, что тут написано. Which took root in the central computer. Controlling the system and deranged it. Там бла-бла-бла. Game stuff, program by. Ну, короче, это у нас thank you very much. Thank you very much. Пошел нафиг. С Новым годом. На втором месте, смотри, я на втором месте по очкам. Ну что, друзья, вот. Игрулю прошли.
И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий. Всем пока.